Здорово, ребят, девчат. Сейчас будем как в этом хибачи бар, хибачи грилл. Неудачник не может делать такие вещи. Неудачник только может. Вот что я еще хотел спросить, одну вещь. Так, видно. Значит, seeded watermelon, значит, семечками, по идее, в Крогере купил. Вот $6 за всю ботву. Извините, если камера дернулась. Не дергайся. Еще, ну, разумеется, вот что я хотел, ребят. Ну, я москвич. И как я рот открываю, сразу видно москвич. Если я буду, к примеру, говорить, like, букву Г, к примеру, там, ГМО, постоянно, конечно, я не смогу, но как бы завуалировать московский акцентик. Вот кто из регионов, где говорят на букву Г, like, Г, вы мне скажите, ребят. Ну, все равно, наверное, видно по-любому. Ну что, взрезаем? Давай. Раньше я что-то резал сверху, а сейчас давай сбоку попробуем. Получится. Главное, чтобы руки из жопы не торчали, что как раз у меня обычно наоборот. Попал почти. Все. Ну, раз, два. Ух ты, елки-моталки. Ну, накачанный ГМО. Накачка ГМО вообще просто. Я уже как раз использую, ну, это, я как использую, как это, как продукт уже. Ну, ребят, стебало, конечно. Кому весело, я понимаю, поймет. Ух ты, елки. Вообще, я полагаю, что арбузы вот этими бессемечками, как, какие, это вообще 99,999. Конечно, я его помыл вначале. Сейчас мы его... Рожа не влезет в камеру, наверное. Ну, ничего. Так, просто, ну, поверьте. Чтобы семечками было, чтобы вообще четко было все. Блин. Стопудово. Сладкий, зараза. Вот как так делают? В мае месяце, в начале мая, уже, ну, сами догадались. Ну, вкусно. Ну все, ребят, вот такая вот байда. Вам успехов и всего наилучшего. Потренируйте меня, как правильно от московского акцентика избавиться. Давай, ребят, счастливо.